Смотрите в пятницу, 12 января, 18:15, первую в новом году программу «О животных хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». Мы продолжаем помогать бездомным животным в рубрике «Возьми собаку из приюта» и «Кошке тоже нужен дом». Вы увидите информацию о двух собаках и одной кошке, которым ищем своих новых владельцев. Наступающий год дракона. Каких животных считают драконами, отвечает специалист Самарского зоопарка. И гость в студии, администратор. Куратор сообщества «Зоопоиск» Елена Кирпий. Сколько собак потерялось и нашлось в новогодние праздники? Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 12 января в 18:15.